Пиши. Я, запятая, Егоров, Александр, как там тебя по отцу-то, Викторович, проживающий по адресу, поселок Пушной, улица Левобережная, 27, квартира 3. Прошу отчислить меня по собственному желанию из дома интерната номер. Пиши. Не буду. Я сказала, пиши. А я сказал, не буду. Че, глухая, что ли? Рот закрой, пиши! Тебе надо, ты и пиши. Сейчас ты пойдешь в общую, соберешь свои манатки и будешь сидеть ждать, когда тебя мать заберет. Ты меня понял? Да пошла ты! И ты пошел, чтобы сдохли все! А ну вернись! Вернись, я сказала! Где Егоров? Не видел. Егорова видела? Нет, не видела. Где Егоров? Видела? Не видела. Где Егоров? Егоров где? Где Егоров? Санька, там директриса орёт, тебя ищет с Иванычем. Ты куда собрался? Мелочь есть? Где Егоров? Мелочь есть, спрашиваю. Нет, нету. Ну, давай, может, больше не увидимся. Сань, так ты куда? Не знаю, пока. Где Егоров? Я не знаю, я зашел, а тут уже никого не было. Давай, иди гуляй. Побежал. Угу. Пилот Фужеру, прием. Пилот Фужеру, прием. Пилот Фужеру, прием. Пилот, Фужер на связи, пилот. Фужер на связи.
Привет, Аркадий! Как дела у тебя там? Нормально. Аркадий, нормально говорю. Понял, Коля, понял. Завтра на связь не выходим. Случилось что? На большую землю пойду. Отовариться. И заказ твой аптечный заберу. Понял тебя, Аркадий, понял. Сань, ты чё? Положи оружие. Не дури. Я тебя убью. Ты нам не нужен, понял? Отстань от нас. Саня! Зачем он там приходит? Положи. Ну мы без тебя хорошо было, понял? Положи на землю, Сань. Да пошли вы все. Саня, стой! Стой, Саня! Андрей, где его искать? Нигде. Перебесь сажать захочет и придет. До вечера. Серый.
Вперед! Да. Можно? Заходи. Здорово, Костя. Чего опаздываешь? Да, колесо прокололо. Слушай, тут такое дело. У Игнатьева какой-то пацаненок лодку из-под самого носа свистнул. Что за пацаненок? Да, он не знает. Говорит, лет 15, подросток. А о пропаже пока никто не заявлял. Да, вертолетчики на маячном видели какую-то лодку брошенную. Может, она? Надо проверить. Ты в наш Хархаровцев отправил, пусть посмотрит, что там, как. Я сам смотаюсь. Заняться нечем. Только скажи, пусть завтра едут. Сегодня ветер сильно обещали. Да ладно, говорю сам. Проветришь. У Игнатьева, говоришь, лодку стырили? Ну. Угу. Андрей, он не вернулся. У Игнатьевых лодку украли. На моторе пацан был, в море ушел. Вертолетчики на маячном видели лодку брошенную. Появился кто-то. Это он, иди сейчас. Ну, сейчас нельзя, ветер сильный. Иди сейчас, иди сейчас, иди сейчас! Сказал завтра! На острове ночь перекантуется, ничего с ним не случится, а завтра я его приведу. Тань.
Ах ты, зараза. Серый, фу. Фу. Так. Вы думаете? Если что, так и уйдем. Серый.
вперед, Сера. Вперед! Ищи! Ищи! Молодец. Молодец, Серый. Руки, ноги целы? Ты кто? Ну-ка, дай руку. Встать можешь? Поднимайся. Давай. Клоплись на меня, ну так? Давай. За веревку держись. Крепко держись, я тебя подсажу. Давай. Вперед, вперед! Ты чего, парень? Не дури. Кинется, пристрелю. Не надо. Он добрый. Ты кто такой? Чего тебе надо? Мне нужна еда и лодка. Ну, еда в доме. Лодка на пирсе. Она на замке. Так ключи тоже в доме. Ты только не волнуйся. Я все тебе дам. Хорошо? Пойдем. Ну, говори, кто такой? Откуда? Чего молчишь? Ну-ка, вставай! Мордой к двери. Отпустите меня, пожалуйста. Не дайте мне лодку, я никому не скажу, что тут было. А эта лодка чья? Тебя спрашиваю, чего молчишь? Отпустите меня. Сам-то откуда? Ну, говори. Не, не могу. Не можешь. Давай. Открой дверь! Где? Где ты? Че, дверь открой! Я тебе потыкаю. Открой дверь! Ложись спать! Выпусти меня! Ну, так и будешь молчать?
молчи дальше. На вот, поешь. С голоду не подохнуть. Не мешай. Эх ты. Не мешай мне. Добрый день. Здравствуйте. Майор Коротков. Сигнал поступил. Гости у вас на краденой лодке появились. Ну да. Думал, зэки с поселения. Оказалось, подросток. Mm. Что за подросток? Не знаю. Собака ночью во враге обнаружила. Сам-то он выбраться не мог. Я его вытащил. Вот и... сарай определил. Что говорит? Лодку просил, плыть куда-то собирался. А куда плыть собирался, не сказал? Он вообще толком ничего не говорит. Молчит. Понятно. Ладно, пошли, пока море тихо. Еще обратно пилить. Эй! Узник! К тебе приехали. И где он? Ах ты засранец. Саня, куда? Стой! Саня, где? Саня, вернись! Саня, вернись, я сказал! Саня! Давай, пьяную лодку! Бак пустой, на веслах собираешься догонять? Твою мать! Давай, Гасан! У тебя горючки много в баке? На обратный путь осталось. Далеко уйдет. Дурак малолетний. Связь есть? Есть, пошли. Пошли. Земля, это фужер. Прием. Фужер, это Земля. Слышу тебя, прием. Земля, говорит майор Коротков из 12-го. Прошу связать меня с полковником Строевым. Как поняли? Прием. Поняли вас, товарищ майор. Что передать? Что передать, товарищ майор? Запрашиваю поисковый катер в 6-й квадрат к северо-востоку от маячного. Перехватить лодку. На борту подросток. Как поняли, прием. Поняли вас, товарищ майор. Поисковый катер в 6-й квадрат к северо-востоку от маячного. Да, верно. Принято, товарищ майор.
Все, конец связи. Строев. Чего? Прием! Фужер, фужер, это земля, прием! Это Кратков, катер вернулся? Товарищ майор, катер вернулся. Нашли подростка? Земля, повторяю, нашли подростка! Катер вернулся по причине шторма. Повторяю, катер вернулся по причине шторма. Земля, нашли подростка, ответьте, прием! Катер вернулся один, товарищ майор. Повторяю, катер вернулся один. Где он? Кто? Саня, сын мой, где Андрей? За ним поехал, они до сих пор не вернулись, он жив? Тебе что, дежурный до сих пор не позвонил? Нашел он его. На острове они. Решили заночевать. Ну, ты видишь, что на улице делается. Завтра море успокоится, они вернутся. Отвязывай, катер один вернулся. Ты-то куда собрался? Ключи дай! Ну-ка! Сейчас, Санька. Сейчас. Так. Давай. Раздевайся. Быстро раздевайся. Быстро. Догола раздевайся. Какой же ты меня балла. Сейчас. Ну ничего. Я там никому не нужен.
Пожалуйста, не отдавайте меня. Отогрел? Нет. Надо еще чай заварить. Сводку на сколько часто принимаешь? У меня свой барометр есть. А так каждые 3 часа. Может, к утру поутихнет? Может, поутихнет. Бензин есть? А ты? Я не буду. Сообщи, что пацан нашелся. Обязательно свяжемся. Я за ним гоняться больше не собираюсь. Земля, земля, прием, это фужер. Земля, ответьте фужеру. Ответьте фужеру, прием. Что ж такое?
штормит, зараза. Надо бы сетку снять, а то пропадет. Поможешь? Связь появилась? Помехи. Проснулся, Сашка? Так его, кажется, зовут. На кухне сидит. Пойдем вместе чайку попьем. С островом связались? Связываться постоянно. Как только ответят, сразу сообщить. Все. Не хочу. Ешь. Не хочу больше. Я говорю, ешь. Я сказал, не буду. Попили чайку. Прогнило все. Тут причал был для лодок подводных. Давно еще, во время войны. Мы когда пацанами были, сюда на паруснике доходили. С отцом твоим. Опусти нож-то. Бежать некуда, Саня. Дед попросил помочь сетки снять. Пойдешь с нами? Пока с ними связаться не можем. Помехи из-за шторма. Скажи, Сашка из-за Андрея сбежал? Понятно. Не прижились. А ты? Что я? Да ничего, ничего. Просто... Ну, понимаешь, все... Что просто все, Кость? Да, пришел, да, помогает. Я одна с ребенком осталась. Что вам всем еще сказать? Я знаю все, Кость. Знаю, как Витя погиб.
Андрей пришел, сел вот здесь, плакал, говори. Чтобы судить. А Сашка знает? Сказал, я отца предала. А тут еще это, как ему объяснить? Скажу, еще сына потеряю. А сейчас тут с тобой. Ладно, я пойду. Может, связь появилась. Парень твой? Я спрашиваю, парень твой? Знаешь этого? Знаю. Почему он сбежал? Снимай сетки, пошли обратно. Фонарик есть какой-нибудь? Не видно ни хрена. Фонарик батареек не напасешься. Давно здесь? Давно. Сколько? Не считал. А семья? Тебе-то что? Я с твоей дочкой в одной школе учился, пока мы с матерью не переехали. Не помнишь меня? Я из той жизни мало что помню. Не пьешь, завязал? Ну, пишут хоть? Не пишут. Некому писать. Сухие, быстро схватятся. Скоро париться будем. А сам-то откуда? С Пушного? Давай. Да, ну, с города больше, в интернате. А то у нас в поселке-то школы нет. А этот служивый тебе кто? Бабка твой? Нет. А кто?
Никто. Температуры нет, слава богу. Папка утонул. А мама этого полюбила. Так ты что, из-за него сбежал? Как она могла? Что? Ладно, оставим разговор. Просьба к тебе будет, загоняй в дом, там на печке в вещмешке детское мыло возьми. И ведро воды притащи, будь другу. Угу. Земля, ответьте фужеру. Прием. Земля, ответьте фужеру. Прием. Нашел вам. Че сидишь? Пошли. Там этот. Ну и что? Пойдем, говорю. Банька-то для тебя истопили. Я следом. Мать честная, сколько же раз я бьюсь этой глупой головой. Попарить? Сам. Ah.
Ну-ка, пересядь туда. Что делать будем? Связи второй день нет. Шторм угомонится. Вернетесь. А если не угомонится? Жить будем в любви и согласии. Я не вернусь. Ну, да хоть матери покажись. Скажи, что жив-здоров, потом решай. Чего ей показываться? Сам приедешь и расскажешь. Ты что говоришь-то? Ты мне вообще никто понял. Самому лучше будет. Вам мешать не буду. Взрослая она. А где живет? Давай спать, Санька. Нет, у тебя мама есть. И ты ей нужен. Не нужен я ей. Значит так, Александр. У тебя есть мать, и ты ей нужен. Вернешься, обнимешь. Попросишь у нее прощения. Понял? Понял. И чтобы я больше таких разговоров не слышал. Да понял я, понял. Чего удумал, внучок хренов? Не нужен он ей. Это матери не нужен. Слов нет. Совсем одурел. Я тут взял кое-что. Интересно просто было. С возвратом, конечно. А это ты делал? Да, дочки вырезал. Она балерина? Хотела стать балериной. Че, нравится? Дарю.
Спасибо. Мы в интернате тоже вырезали. Только не балерин, а там самолетики, лодки всякие. Научишь? Не знаю. Давай, попробую. Ты чего делаешь? Солярку слил, может, заведется. Не заведется, солярка искры не даст. Был бы спирт, другое дело. Нам бы час затишье, может, проскочили бы. Бестолку говорю, бросай все. Пошли, помощь твоя нужна. Почему сказал, что писать некому? Что случилось? Ничего. Не расскажешь? Чего ты пристал, как? Сам ты о себе ни хрена не рассказал. Умерла жена. Дочь от меня отказалась. Я так понимаю, Сашка без отца остался. Разболтал уже все. Чего ты за ним гоняешься? У меня выбора нет. Чего? Да, может, нельзя было парня без отца оставлять? Разорили гнездо. Да. Не досмотрела мамочка. Вот эта береза. Ее надо завалить. А потом, после прилива, мы ее по воде к дому сплавим. Держи. Сашка. Тебе нужно забраться как можно выше и там веревку привязать. Зачем? Не задавай вопросы, давай. Лезь, я помогу. Связываться постоянно. Значит, посменно. Все. Сереж, здравствуй. Строев. Как сам? Слушай, надо бы вертушку поднять. На маячный. Понял. Добро. Сашка! Сильнее тяни, клинит, зараза! Погоди, немного осталось, пойду подтяну, у него сил не хватает. Саня, иди к деду. Да что я тяну? Иди, говорю. Бегом давай. Двумя руками. И на себя. О, на себя. О, отлично. О,
Сань, воды быстро. Дыши, дед, дыши. Нитроглицерин. Где? Дыши. Глубже. Серый. Ты балеринку нашел. Коробка, в ней письма. Будь другом. Собери все. Мы ведь так и не развелись с женой. Она долго болела. Дочь писала мне, а я не ехал. Не мог. Я тоже писал им, только письма не отсылал. И на похороны не поехал. Пил по-черному. И тут получил последнее письмо от дочери. У меня больше нет отца. Отправь письмо. Может, простит. Отправлю. Пойду связь проверю. Парни, не бросай. Что бы ни случилось, не оставляй. Не простишь себя. Всю жизнь будешь мучиться. Серый. Земля – это фужер. Земля, ответьте фужеру, нужна помощь. Нужна помощь, прием! Это не помехи.
Это я, динамик рации, монетой забил. Земля, земля! Это фужер! Срочно нужна помощь! Сколько мы ждать будем? Сказали, не придут. На веслах я не пойду. И что? Будем сидеть и ждать, пока помрет? Да, будем сидеть и ждать. Чего ты боишься? Я сказал, не пойду. Всех там угробить хочешь? Когда в интернат ко мне приехал, помнишь, что сказал? Помнишь или нет? Что отец свой по глупости погиб. Сам говорил, что все видел, все понимал, но сделать ничего не смог. Так или нет? Так. Ну так вот тогда не смог. И сейчас не хочешь. Керосин исхудал! Давай, разворачивай лодку! Я за дедом! Уже в море выходить запрещаем! Ждать не можем! Возвращаемся! Выходим в море! Прием! Уже повторяю! В море выходить запрещаем! В море выходить запрещаем! Понял, мы выходим! Уже повторяю! В море выходить запрещаем! Алло! Таня, это Костя! Да, Костя! Они вышли в море, мы поднимаем вертолет, идем за ними! Чего ж ты про керосин-то не сказал? Руку давай. Андрей, оставь меня. Ничего. Проскочим, нет, проскочим. Саня, помогай! Терпи.
Живи, дед. Давай. Переступай. Аккуратно, аккуратно. Укладывай его. Под голову подложи. Накрывай. Вот так. Останешься на острове. Как стихнет, тебя заберут. Сообщи, что мы вышли, понял? Да. Лодку стаскивай. Все, смотрим. Костя, я не буду людьми рисковать. Ветер 17 метров, вертолет поднять не смогу. Я же сказал, при первой возможности. Отбой! Таня, Андрей вышел в море. Саня остался на острове, с ним все в порядке. Иди сейчас, чего ждете? Я не могу рисковать людьми. Андрей знает, что делает, они дойдут. Прости. Все хорошо. Ты дома. Все хорошо. Прости меня.